Сейчас я рассказал историю про которую сейчас вам расскажу. Много раз я рассказал историю в аудиториях в разных, а на видеоблоге у меня ее нет. И я вот ее вспомнил, думаю, я вам ее расскажу. Поучительная для некоторых людей история. Один богатый дядька в Америке, миллиардер, страшно богатый и уже пожилой. Такой свободный, раскрепощенный, мягко говоря, склонный к эпатажу, склонный к экстравагантным выходкам. Но бывают такие весельчаки, которым уже все пополам. И вот этот дядя, миллиардер американский, празднует день рождения свой. И в свой один из своих фешенебельных особняков приглашает на вечеринку своих знакомых и друзей. Десятки, может быть, даже сотни людей собрались. Такой светский раут. Дамы в бальных платьях, вечерних, знаете, такие. Мужчины в смокингах, все круто, шампанское, музыканты, перемещение в зале, все солидно, все крутые. И вдруг этот хозяин